будет поэт и композитор, член творческого объединения композиторов Донеччины, автор и исполнитель, чьи песни успели полюбиться не только в Украине, но и за ее пределами, лауреат фестиваля «Живи и помни» Александр Форштейн. Встречайте! Добрый вечер, Донецк! Добрый вечер, гости нашего замечательного города! С праздником Великой Победы вас! И песня, которая сейчас прозвучит, называется «Вечная память». На ветру тополя и каштаны цвету. В школу спешит детвора, птичий гомон стоит поутру. К небу тянется вверх обелиск, а вокруг продолжается жизнь. Здесь солдат неизвестный. Спасибо. И сейчас я хотел бы, чтобы мы все вместе почтили минутой памяти, минутой молчания всех тех, кто отдал свою жизнь в этой войне для великой победы, для того, чтобы сегодня жили мы, наши дети и внуки. Зажгите мобилки, поднимите руки вверх с мобилками зажженными. У кого есть свечи, пусть свечи горят. Тёма, отойди. Память героям. Yeah.
повторить свою песню автор-исполнитель Александр Форштейн. С праздником, дорогие!